Планы развития сразу двух районов – Яльчикского и Батыревского – обсуждали на Высшем экономическом совете республики под председательством главы региона Олега Николаева. Так, в Батыревском делают ставку на аграрно-промышленный комплекс. Там готовятся к запуску промышленного парка и двух площадок для новых кооперативов. А это, очевидно, новые возможности открывает. И причем новые возможности открывать не только для Батыревского района, очевидно, и для соседних районов, и для Яльчинского, и для Шимушинского. Потому что в рамках концепции развития или стратегии развития республики, очевидно, мы должны вот такие межрегиональные центры создавать в рамках, ну здесь говоря межрегиональные, может быть даже межмуниципальные будет правильно звучать, центры, которые будут как раз концентрированно вот продвигать те возможности этих муниципальных образований, с другой стороны, как раз обеспечивать людей той деятельностью, которая будет востребована, которая будет позволять повышать поступательное качество жизни на этих территориях, ну и, очевидно, создавать соответствующие настроения и ожидания. А вот эти последние настроения и ожидания являются зачастую более главными.